Налоговая служба Кабардино-Балкарии запустила новый электронный сервис. Это поможет улучшить качество обслуживания населения. Отныне записаться на прием в налоговую службу можно вне зависимости от дня и ночи и не отходя от компьютера. Для этого необходимо открыть сайт управления ФНС по КБР www.r07nalog.ru. На главной странице нажать на ссылку «Онлайн-запись» и заполнить соответствующие поля, указав свои данные, инспекцию и виды услуги. Программа предложит выбрать день и время приема, а также распечатать талон. Бывают периоды отчетные, когда масса людей приходит, и чтобы как-то сэкономить свое время, распределить свое время и с толком его, все проблемы свои решить, смысл есть, конечно, прийти в назначенное время. То есть, обращаясь на этот сайт, можно определиться с вопросом, по которому приходишь. Там, в принципе, не обязательно, можно зарегистрироваться в качестве юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя, получить ИНН, сдать отчетность, провести сверку с личными карточками, ну и вообще просто получить любую консультацию. Записаться можно не менее чем за сутки до планируемого визита, но не раньше, чем за 2 недели. Если же налогоплательщик опоздает на прием на 10 минут, ему придется стоять в общей очереди, отмечают в налоговой инспекции.